Переход через улицу Карла Маркса разрешен. Здравствуйте. Здравствуйте, меня избивают. Ну, видимо, заслужил. Да, правда. Thank you.
Переход через улицу Воронежскую разрешен. Переход через улицу Воронежскую разрешен. Через улицу Шелеста разрешен. Thank you.
это еще. Заканчивайте переход.
потихонечку. Осень потихонечку. Я уже 5 раз сейчас с вела не улетел, просто на прямом. Отлично. Успею догнать, хотя лучше не буду пытаться. Thank you.
Опять сидушку не спрятал, по попе получил. Да тут оно особо не мешает, я бы сказал. Единственное, вот этот начальный сегмент, где нужно кочки прокачивать. Вот. Без сидушки удобнее. Устал, все равно есть. Последний даже опять не рискнул. Не все это нас, который первый трамплинчик этот насыпной. Так вот я что-то это его вижу. Глаза боятся, раз наехал, ну, прыганул. Что-то посмотрел, ну, не так уж это. Даже не нужно, как говорится, и париться, просто проезжать надо. Ну да, ну, хорошо, что его сделали длинным. И там можно залетать, тем не менее. Там вот просто стукнуться. Да-да-да. Там говнище, правда, будет сейчас.